Мне как-то задавали вопрос, ну, комментарий мне писали. Хотим приобрести то ли козочек, то ли кого-то, не помню, извините. Когда лучше, весной или осенью? Ну, конечно, у меня ответ будет такой. Все нужно брать весной. Неважно там, овечек, козочек, свинюшек. То есть без разницы. Нужно брать весной. И даже наблюдение по окотам тоже. Лучше пускай они у тебя родятся зимой, но они у тебя будут быстрее расти. Вот, вот эта Ярочка и сестричка. Двойня у меня, две Ярочки. А, вот она вот там. Вот они у меня родились когда? Где-то в августе уже. Все, это уже поздно. Да, они подтянутся, короче, это все понятно, но они очень медленно растут. То есть, когда уже ближе к осени или осенью уже, то все уже. Пиши пропало, как говорится, очень медленно будут расти. И так показывает практика уже давно. Еще, наверное, с детства моего. Потому что у меня бабушка, дедушка всю жизнь держали скот. Когда свинья поросилась, когда козы катились там, к примеру. Вот это такое наблюдение у меня всегда было. Все это делалось, покупалось, рождалось всегда весной. Поэтому, когда меня человек спрашивает, я всегда говорю, если хотите что-то купить, покупайте весной. Но не осенью, потому что осенью все очень плохо растет. Поэтому всем добра!